армяне разделили траншеи, могилы двух сестер на кладбище в Юсифджанлы. Армения за 30-летний период совершила невиданные акты вандализма на оккупированных территориях, против культурно-исторического наследия Азербайджана, разрушила и осквернила исторические, культурные и религиозные памятники, кладбища. Для них не существует религиозно-нравственных ценностей. Об этом свидетельствует фотография, отражающая разделение траншеи могил двух сестер на азербайджанском кладбище. Фотографии, в последние дни распространяющиеся в социальных сетях, сняты на кладбище села Юсифджанлы Агдамского района. Оккупировавшие район, в 1994 году армянские вооруженные формирования выкопали траншеи, на кладбище села заложили мины. В результате часть могил была разрушена, траншея разделила могилы сестер Сарынгюль и Таяры друг от друга. Младшая сестра Сарынгюль и Таяры Гюлюзага Храманова в беседе с региональным корреспондентом Азертадж сказала, что на кладбище похоронены не две, а четыре сестры и мать. Когда отец отправился на фронт во время Второй мировой войны, в нашей семье было пять сестер. Во время войны четыре сестры заболели и умерли, и были похоронены рядком на кладбище. На этом кладбище похоронена и наша мать, скончавшаяся в 1993 году. Затем наше село было оккупировано, мы стали вынужденными переселенцами. С тех пор не могли посещать могилы. На днях увидели в интернете фотографию могил сестер, были очень опечалены. На фотографии видны могилы трех сестер. На самом деле там должно быть четыре могилы, одну из них армяне разрушили, когда копали траншею. Наше село уже освобождено от оккупации. Однако там все заминировано армянами, не можем посетить кладбище. Иншаллах, скоро возвратимся в село, навестим могилы наших родных. Этой мечтой живут многие наши соотечественники. Скоро будет восстановлено село Юсифджанлы, как и другие края, разрушенные армянами. После реконструкции будет заполнена и эта вражеская траншея, и через 27 лет воссоединятся разлученные души родных сестер.